Всем привет! Сегодня покажу хаус-фертайлер, короче, для Einfamilien Haus. Еще внизу одна квартира. Короче, он двух уровней дом частный. Снизу одна квартира. Как вход другой, с другой стороны. Сейчас буду показывать. Здесь еще пойдет на крышу фотовольтаик будет приходить. Здесь вот вешаться будет на этой стене где-то. Вот, трубы входят. Это будет соляр анлагер, короче, здесь. Отопление все здесь подключается. Счетчики еще не сидят. Вот такое вот наполнение, короче, для одного Einfamilien Haus. Короче, тут целая система. Для чего это надо было, не знаю ему. Там можно будет из хендика управлять всеми комнатами, всеми роладами, всем светом. Короче, здесь все будет. Так, тут. Такой вот Евробус система. Делается. Короче, это очень дорого. Ну что, хозяин деньги платит, деньги есть, поэтому шеф такой ему продает систему. Там сейчас ЭДФАУ будет подключаться, потом ТФАУ еще тут сверху будет. Приборы все. Здесь отопление. Моторы будут еще сидеть здесь, тоже цепляться будет. Вот эта стромка не подходит. А это Heizraum тоже вместе. Техник Raum. Здесь балерас будут стоять. Тоже на электричестве будет все работать здесь. Это уходит клима, будет клима-анлага здесь. Трубу вот приходит. Тоже еще не подсоединили. Так что это кесарь сам, котел. А это балера будет. Так, вот так вот цилиншанг выглядит. Еще дверь закроется. Здесь будет система. Вся электроника здесь стоит. Описание. Три счетчика. Там на нижнюю квартиру. А это на дом 2. Здесь приходит основной свет, цюрейтинг. Подключается на шанг. Здесь вот соляранлага висит уже. Сделано, заземлено. Вот туда тоже приходит заземление. Это Bodeheizung верхнего этажа. Мы находимся в подвале, как подсобки здесь. Техник Raum. Вода приходит здесь. Котел стоит там. Водонагревающие баки расширительные, короче, здесь.
все уже подключается там. Вот эти трубы уходят. Клима. Клима анлага еще здесь. Вассерпумпа. Все.